Шестилетний принц Джордж и четырехлетняя принцесса Шарлотта проводят вместе большую часть дня. В последнее время между наследниками Кейт Миддлтон и принца Уильяма частенько накаляются отношения. Дети герцогов кембриджских общаются с одноклассниками в частной школе. В остальное время им приходится довольствоваться по большей части обществом друг друга и гувернеров. Источник в Кенсингтонском дворце заверил, что с того момента, когда Шарлотта присоединилась к старшему брату в его учебном заведении, они сильно сблизились. Кейт Миддлтон сказала принцессе Шарлотте: «Джордж поведет тебя по этой дороге», — говорит инсайдер. Однако на все так гладко. Королевские дети подвержены тем же шалостям, что и их сверстники. Между Джорджем и Шарлоттой есть и ревность, и соперничество. Иногда они бурно ссорятся. Обычно это происходит из-за глупых вещей, таких как игрушки или телевизионные шоу, которые они хотят смотреть, — рассказал приближенный семьи. У старших детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма разные темпераменты. Шарлотта чрезвычайно уверена в себе и любит внимание. Джордж более сдержан, хотя он иногда тоже начинает выходить из своей скорлупы, признался инсайдер. Герцоги кембриджские стараются воспитывать старшего сына в более строгой атмосфере, поскольку ему уготована судьба короля. Они прививают ему такие чувства, как забота и ответственность.